Всем привет, с вами Виктор. И мы продолжаем играть в игру The Evil Witch 2. Обычно я уже давно так не серию не начинаю. Но сейчас решил что-то, почему бы и нет. Так, он что-то я давненько не играл. Дела были кое-где. На Unreal Engine 4. Обыщите торговый зал и найдите механизм, о котором говорил Нил. Понял. Окей. Окей. Это мы вышли отсюда. Ну ладно, пойдемте. В прошлой серии мы убили Нила, который заразился угольком. Конечно, он у нас отвечает за поиск кадров. Но что он делает в STEM? И зачем он это делает? Ты много о чем не знаешь. Теодор хочет заполучить Лили. Ты видела, что он сделал с Онилом. И если потребуется, он сделает это с любым. Он порвет все в клочья, лишь бы поймать ее. Я не могу этого допустить. Пошли. Так, аптечку потратить я пока не хочу. Дождусь. Подожди-ка, а там у нас только зеркало, да? Кофеварки нету. Ну и что это за место такое? А чем тут уголек утаивает? Я не уверен, но это подозрительно напоминает излучатель стабильного поля. То, что был в мэрии. Как бы там ни было, О'Нил сказал уничтожить его. И я это сделаю. И даже знаю как. Это я. Себастьян, я уж думала, ты про меня забыл. Ну что, ты закончил со своей взрывчаткой? Да, теперь ищу повод, где бы ею бабахнуть. Отлично, отправляю свои координаты. Тащи весь арсенал. Пойдем на охоту. Ясно, уже иду. До скорого. Почти готово. Скажите, когда можно будет. И что произойдет, когда мы бахнем? А? Так, ну здесь ничего такого нет. Это просто комната, увешанная свечами. Так, с тобой можно побеседовать, да? Кое-что, Хоффман. Эсмеральда. Ты не очень-то удивилась, увидев здесь Эсмеральду. А должна была? Она не новый человек в STEM. В Мёбиусе все всех знают, да? Скорее, это я всех знаю. Я много лет занимаюсь оценкой новых сотрудников. Как одна большая семья уродов. Эсмеральда — самый полезный человек в опасных ситуациях. Она хороший солдат. Вот это прямо в точку. Мира. Выходит, ты и Миру знаешь? Знаю. Мы плотно сотрудничали. Как она могла это сделать? Как она могла просто стоять и наблюдать, как они проводят опыты над Лили? Как она могла сказать Лили, что я мертв? У Миры очень сильный материнский инстинкт. Она вступила в Мёбиус ради Лили. Ну и про опыты ты загнул. С Лили хорошо обращались, и она могла ежедневно общаться с матерью. А по поводу того, что Лили считала тебя погибшим, думаю, Мира сказала это, чтобы защитить ее чувства. Да, здорово. Значит, материнский инстинкт Миры просто немного вышел из-под контроля. Надеюсь, когда все будет кончено, дела в вашей семье наладятся. Я тоже надеюсь. Я побывал в мире Теодора. Если это отражение того, что у него в голове, то у него явно проблемы с психикой. Это объяснило бы его силу. И все же он прячется. Наверное, из тени проще манипулировать. Ну, я его вытащу из этой тени. Если Лиам сказал нам правду. Есть только один способ проверить. Так, и что будешь делать? Лучше не быть здесь, когда эта штука рванет. Да уж, не хочется. В соседней комнате интересные приборы, над которыми работал Лиам.
Проверю. Вдруг найдется что-то интересное. Ладно. Но потом возвращайся в свое убежище. Кто знает, что будет, когда мы выведем из строя эту штуку. Ладно. Все. Что ж, давайте рванем. Давайте, запускай. Скажи-ка мне, там Торс. С4. Хоффман. Так ты уже была знакома с Хоффман? Все знают Хоффман. В Мёбиус все попадают только через ее кабинет. Ей можно доверять? Раньше я бы ответила нет, но ничто так не заставляет пересмотреть лояльность, как предательство со стороны руководства. Она здесь в ловушке, как и все мы. Хм. То есть ты не уверена? Да нормальная баба, просто немного отмороженная. Ну да, сложновато доверять тем, кто смотрит на меня, как на молекулу под микроскопом. Понятно, что еще? Не знаю, что будет, когда мы взорвем эту штуку. Я тоже, но мы хоть что-то делаем. Вряд ли Теодор согласится оставить Лили в покое. Он, похоже, не из тех, кого можно уговорить на правильный поступок. Так что, прикажешь стрелять на поражение? Просто говорю, что нужно быть готовыми ко всему. Никто не знает, что здесь может произойти. А в Мебиус? Извини за вопрос, но как девушка с твоим характером оказалась в такой организации, как Мебиус? В армии я была подрывником. Военные одолжили меня Мебиусу для спецопераций. Когда моя служба закончилась, пришли они. И ты просто вступила в их ряды? Они умеют убеждать. И знают, о чем следует помалкивать. Я выполняла задания, которыми точно не буду гордиться. От тебя ждут слепого повиновения. А если ослушаешься? Когда Мира предложила мне шанс выбраться оттуда, я согласилась. Несмотря на все, что я сделала, у меня остались представления о морали. Понятно. Короче, компроматы меня тут держат, да? То, что она кого-то там убила, кого-то застрелила, да? Ну, ну все, бабахать получается. Хватит. На 10 таких штук хватит. Готова бабахать. Взорвать по твоей команде. Так мы и сделаем. Не-не, а что там делать-то? У меня все есть. Куда я сейчас пойду? Пойду посмотрю на оборудование за стеной. Удачи вам обоим. Куда я сейчас пойду-то? Ну, поехали. Операция «Надери зад» начнется через 3, 2. Сейчас не взорвется, 1. Да? Не взорвется. А я подумал, что обычно сейчас нажмет, и она пойдет проверить, Торис? И она взорвется. А нет, все нормально. Торис? Ты где? Все пошло как надо. Себастьян Кастелланос, ты отказываешься ступить во тьму. Значит, хочешь вытащить меня на свет? Необдуманные решения всегда тебя подводили. Ну иди, я тебя жду. Хочешь найти любимую дочку? Так иди же. Узнай, то ли это, о чем ты мечтал. И куда мы? Господи, Лили, ты здесь? Куда идти, куда бежать? Тихо. Глава 12. Бездонная пропасть. Тихо. Понял. Блин, еще сзади еще. Ох, блин, тут немного. Не, двое пока бери. Минус один. Ой, топор еще оказался. Еще минус один. Фух. Возьми это. Полезные вещи. Очень сильно полезные вещи, это замедление это. Если я и буду стрелять, только стараться только через нее только. Раз нажал и целься.
Так, ты у нас кто? Живё, мертвый. Не, не буду трогать. Так, подсумок для пистолетов улучшен. Нарбуль. Пойдет. Хорошую вещь нашли. Так, да. Голос Лили. Так, еще одну нашли. Давайте по стелсу. Тихо, тихо. Вот так вот. Порох взяли. Блин, это опасная херь. Рисковать не будем. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Нахрен. Так, где-то жужжу. Так, меня не увидел, да? Да, не увидел. Вот так вот. Ты там взял? Да, кажется. Ишь ты, побежала. Жирная свинка. Тихо, тихо. Ты... Чё не убивал-то? Чуть не взорвал мне тут. И опыт что-то не хотит мне дать. Так, ладно, вроде всех убили. Можно еще побегать, правда? О, пропустил. Тихо, вот еще одну. Я надеюсь, света не нет. Вот так вот. Еще одного сняли. Трупы. Так, нужно поджечь. Поставь на семерочку. Огнемет. Вот так вот. Она не жгется. Она гореть не хочет что-то. Ну ладно, потом разберемся. Она нам не мешает сейчас. Так, ладно, открывай. Кручу. Она ничего не меняется, она вот она что. Так, блин, локация-то большая. Нам в ту сторону. Я пойду сюда. Тихо. Жирный.
Вот так вот. Опыт взяли. Так, еще... Нет, это обломки. Так, что же с топором убили? Так, и... Сразу же вот так вот. Ой! Сразу в троечка. Бездонная пропасть, карта называется. Ладно, запомним. Подожди-ка. А, показалось просто. Просто показалось. Так, сейчас главное это. Не забыть. Так, давай, развернись и пошел нахрен. Потопал. Назад не оборачивайся, все хорошо. Блин, такой жирный, такой вроде мясистый, а убивается с одного удара. А то девка, блин, с ножом. Она по какой-то причине с двух только. Хотя следовало бы вот это вот, а с одного удара только. Тихо. Нет, ты же все уже. Тихо. Нет, не захотели топать сюда. Так, одного убили. Там еще один. Вот так вот. Тихо. Вот все. Сзади нету. Просто сейчас уберем и собираем. Все, молодцы. Так, записку вижу. Что такое подчиняться свободе, страница 2. Что такое свобода? Слово, обозначающее некое понятие, которому каждый придает свой смысл. Причем с точки зрения времени и пространства оно совершенно бессмысленно. Ой, не буду читать это. Просто потому что, ну, блин, она... Не с первого, а из одного предложения там все связано. Так, нам в ту сторону, не в эту. Че это? Простые пистолетные патроны. Что, сразу двоих? Ага. Сразу двоих. Убрали. Встали, я их сразу положил. Так, вон там что-то еще.
Так, не, нам в ту сторону. Стульчик, ничего? Здесь? Нет, тут ничего. Вот там что-то светится. Так, трупака живет? Нет, это... Нет. Блин, какая большая локация какая, а? Так, не, эти не встают. Иди нахрен. Топор мне и это мне. Так, нам в ту сторону. Так, пошли в эту сторону. Так, тут ничего, ничего. В дверь. Но у меня и здесь еще много чего интересного есть. Так, нет, там все уже пустота какая-то. Ага. Мама никогда не сдавалась. Не то, что ты. Она пыталась тебе сказать. А ты глупый, не слушал. Нет. Нет. Нет, все не так. Мира смогла то, что не смог ты. Ты не хотел слушать. И потерял их обиды. А потом себя самого потерял. Ты обо мне ничего не знаешь. Мира поняла, что для достижения... Вкали себе аптечку большую. Да, блин, аптечка. Объединяться. Не, где, где-то, где-то. Нефтяная скважина, это самое, которую нефть качает, да? Патроны к дробашу. У меня к пистолетику, блин! Ой, она сейчас на удар не убивается. А нет, убивается, я убил ее. Она с одного удара убилась. О, аптечка. Так, нам в ту сторону. Одни качалки нефтяные. Так, 33 патрона. Тихо, я уже хотел тебя расстрелять нахрен. Так, что, не дашь? Нет, дашь, дашь, все нормально.
Электрошоковый болт. Опыт. Нам в ту сторону, там пусто. Сохранение. Ага, я вижу, вижу. Вон там еще что-то может быть. Так, тихо. И люби тебя. Ну, вот так. Спасибо за порох. Я, правда, им не особо пользуюсь, но все-таки спасибо. Спасибо все-таки. Так, где тут? Ай. Ну все, усмирилась. Усмирилась. Так, здесь не вы мне ничего не дадите, что ли? Пусто. Так, ну мы идем в правильном направлении. Вон туда нужно, вот к той статуе, кажется. Да блин, даже зажать не успел. Ну, вот так вот. Девятьсот выдает стабильно. Тихо, нам сюда нужно? А, блин, я думал в другое место. Я думал к статуе вон той. Здесь опыт, порох. Здесь наверняка что-то еще есть. Тут много мест таких. Тут в теории можно бегать и бегать, но, блин, я не знаю, куда и конкретно бегать. Однако я прекрасно понимаю, что я что-то пропустил. Что я мог что-то пропустить. Локация большая, темная. Всякими стенами тут везде закрыто. Я должен найти ее. Ладно, тогда иди ко мне. Ну где ты? Посередине. Не? Куда я попал? Так, я тут бегать тоже могу, да? Нет, не могу. Лили? Нет, это не ты? Она. Она сейчас у этой жены твоей. Просто муляж сейчас. Нет. Лили. Ну вот и она. Твоя дорогая дочь.
ты не этого хотел. Папа? Это все ты виноват. Почему ты меня не спас? Нет. Пожалуйста. Я не смог. Я хотел. Обречен повторять ошибки прошлого. Или примкни ко мне. Сделай это, и я исполню все твои мечты. Вместе мы заберем Лили у мира. Когда у меня будет сила ядра, ты станешь по-настоящему свободным. Нет. Пулями меня не остановишь. Когда же ты поймешь это? Выстрелил в меня, Себастьян. Зачем? Нет, нет. Ладно. Давай-ка выбираться. Подстрелили мы ее не вовремя. Да вставай ты уже! И нас же убьют сейчас, если не успеем. Ну, кажется, мы ее потеряли, кажется. Нельзя ему поддаваться. Кажется, мы ее потеряли. Тебе надо отомстить этому ублюдку. Себастьян? Что с тобой? Ты в порядке? Ты слишком много работаешь. У тебя голова уже кругом идет. Мира? Ты сейчас не в этом. Где? Я мы дома. Все еще внутри. Как я? Нет, мы все еще внутри. Мы внутри еще. Уголек хочет, чтобы это. Ты подумал, что ничего такого не было, и ты дома сейчас. Уголек хочет, чтобы у него остался и девка, и. Чтобы девка в матрице осталась. И в матрице он будет уже полностью это все контролировать. Так, это не открыть, да? Комната Лили. Точь в точь, как раньше. Как бы я хотел, чтобы она осталась такой. Че это? 8 из 11. Ладно. Ишь ты, открывает аккуратненько. Хотя я ему сказал, что пни. Это у нас... Ураборос. Змей, который свой хвост пожирает. Я только и делал, что работал. Вернуть бы хоть немного времени. Я провел бы его с ними. И тебе сейчас говорят, вот тебе шанс. Останься в матрице, девка с тобой будет, да? Останься в матрице, и все будет как раньше. В матрице тебе все это вернется, да?
Это письмо. Последняя весточка от Миры. Оно было спрятано в ее документах. Тогда это казалось бредом. Но я должен был ей поверить. То, что она сказала, что это... Если ты получил это письмо, боюсь, случилось самое страшное. Это значит, что в своем расследовании я слишком приблизилась к разгадке. И, скорее всего, ты меня больше не увидишь. Прости, что держала все в тайне, но я хотела тебя защитить. Или от правды, или от своего безумия. Прикладываю копии своих документов. Я очень надеюсь, что ты никогда их не получишь. Но если все же это случится, тебе придется завершить то, что я начала. Прошу, добейся справедливости ради Лили и ради меня. Я очень тебя люблю, Мира. Мне очень жаль, Себастьян. Ты столько пережил. Столько времени в одиночестве. Я сам виноват. Ты пыталась мне сказать, а я тебе не верил. А теперь я в полном раздрае. Разговариваю с галлюцинациями. Я тебя подвел. Не смог спасти Лили из огня. Я всех подвел. Это неправда, Себастьян. Не было там никакого пожара. Ты это теперь знаешь. Но ведь я не уберег ее. А как бы ты мог? Мёбиус все равно, что стихия. С тем же успехом ты можешь винить себя в землетрясении. Это вне твоей власти. Ты должен перестать себя мучить. Ты хороший человек, Себастьян. Поэтому я за тебя и вышла. И на этот раз... Ты можешь ее спасти. Против тебя многие силы. Но ты должен держаться. Не дай прошлому себя победить. Я прощаю, и Лили простит. Но главное все-таки простить самого себя. Простить себя. Она права. Она всегда была права. Теодор использует против меня мое чувство вины. Но в чем я виноват? Это их вина, а не моя. Они забрали у меня все. Не я это начал. Но я это закончу. И не дай бог никому встать на моем пути. Ну да. Возьмем дробаш и будем... головы разносить. Что? Хоффман? Что случилось?
Чё, девка погибла? Она тебя вытащила. Мне жаль, Себастьян. Я пыталась ее спасти, но... Нет. Я стрелял в нее. Рана от пули была неглубокая. Она погибла от ран, полученных в бою с этими тварями. Проклятие. Она не должна была так погибнуть. Она была хорошим солдатом. Она хотела спасти Лили, а теперь сама мертва. Это я виноват. Опять. Нет, Себастьян. Ты не виноват. Не позволяй ему. Ты права. Чертов ублюдок. Этого он и добивается. Внушает мне чувство вины. Но это он все сделал. Не я. Это он виноват. Ладно. Пора наводить порядок. Мне надо найти Теодора. Это не проблема. Взрыв механизма Лиэма сработал как надо. Теодору теперь некуда спрятаться. Вопрос, как до него добраться? В смысле? Я сняла это с камер наружного наблюдения. Посмотри. Крепость Теодора появилась посреди Юниона. Но она окружена колоссальной стеной огня. Черт. Через такое мне не пробраться. Думаю, есть один способ. Я нашла у Лиэма одно устройство. Автомат. Оно должно помочь. Отлично. Автомат вижу. Оно еще не совсем готово. Надо кое-что поднастроить. Ладно. Делай, что считаешь нужным. Помнится, тут рядом был отель. Пойду посмотрю, безопасно ли там, и пришлю тебе координаты. Приноси туда устройство. Ладно, до встречи. В отеле хочешь ее спрятать? Глава 13. Твердыня. Ой, автоматик. Ну, спасибо. Прости, Эсмеральда. Я сделаю все, чтобы твоя смерть не оказалась напрасной. Я пристрелю его, как паршивого пса. А ты мне так и не сказал, это ты был от той самой няньки или нет? Да знаю, я знаю, что быстро потратит. Фух. Так, на чем мне его поставить там? Два на пятерку, а? Сколько там патронов? 30 всего лишь. Всего лишь 30 патронов. В смысле, а где тут? Куда прицел делся? Так, выпей. Да. Вот уже и эта девка погибла. Сначала о, Нил. Так, а то у нас что? Шприц. Можно забрать. Ладно, заберем. Так, а где зеркало-то? В какой стороне? Что, так далеко, что ли? А, на вот она. Так, а здесь ничего такого не прибавилось, да? Не. Ладно, заходи. Чего начнем-то? Начнем, давайте вот с этого.
Отдохнем немножечко. Осталось 3 слайда. Я понятия не имею, где его найти. Кидман? Да, Себастьян. О чем ты думаешь? О Лиле. Все, что здесь творится, происходит из-за нее. Все хотят заполучить ее. Как будто она предмет, трофей. А на самом деле она и есть жертва. Бедняжка даже не знает, что это такое жить обычной жизнью. После стольких лет в Мёбиусе. Осталось ли в ней что-то детское? Она по-прежнему славная, милая девочка. Надеюсь на это. У нее украли детство. Она даже не успела пойти в школу. Найти друзей. Никаких праздников и дней рождения. Мне жутко думать о том, что она вынесла. Лили всегда была умницей. Наблюдательной, смышленой. Она умела так смотреть на тебя, что становилось очевидно. Она все понимает. Не только то, что ты говоришь, но и то, что ты чувствуешь. Я всегда знал, что она особенная. Но думал, что это мне кажется, ведь она моя дочь. Лили правда особенная. Ее нашли и выбрали из-за выдающихся результатов по типовым тестам. Я продолжаю говорить о ней в прошедшем времени, потому что все еще не верю, что она жива. И здесь, внутри. Все так и есть. Но чтобы заново с ней познакомиться, тебе для начала придется ее спасти. Я помогу тебе. Дай мне знать, если тебе что-нибудь понадобится. Так, это возьми. Теперь давай здесь посмотрим. Пистолетные патроны. Давай-ка до 36-го. 11 патронов сделай. 11. Вот так вот примерно. Хотя давай еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть не помешает. Так, ладно, тут у нас патрон для дробовика хватает. Снайперская винтовка хватает. Так, давай вот это вот. На давай хотя бы на сотню. На 90 хотя бы. Хотя бы. На 3 рожка запомним. Вот так вот. Взрывной болт, давай теперь. Скоро финал, я так понимаю. Так что нужно подготовиться. Аптечку давай сделай. Одну. Что у нас с улучшением? Автомат. Взрывной болт мы сделали. Гарпун. Гарпун. 700 требует. Да, вот это вот там все равно этому огонь уже не особо помогает. Это в прошлой части враги под огнем дохли. Здесь они не так сильно. Так, 400 значит, да? Это мы сейчас увеличили на 30%, на третий. Так, ладно, здесь все уже. Три рожка в запасе и один заряженный. Это снова вы, детектив? Так, ключики у нас есть. Ну, давай быстрее. Блин, в прошлой части ты меня не заставляли. Не заставляли ждать и. Да, вот это вот. Патроны к дробашу дай.
Приз мне дадут. Так, скрытность дай. Нет, не то. Вот это вот. Особая способность, позволяющая быстро сокрыть. Да, нужно, она нужна. Пробел. Начать остановить атаку, пока показан красный значок. Пробел ИЕ, да? А не Ф. Ну, это понятно, понятно. Это немножечко по-другому работает, чем я думал. Я думал, что просто расстояние увеличится. Доступное для этой атаки. А нет, по-другому все. Так, ладно, давайте там сохранимся. Двенадцатое, одиннадцатое, семнадцатое. Все дня. Это некоторые шлют комментарии. К этому пришлют некоторые комментарии к этому видео. Она была записывая 12-11. Еще кое-что, Хоффман. Трюки Теодора. Теодор манипулирует моим сознанием. Всякий раз, как мы с ним сталкиваемся, он обращает против меня мои же кошмары. Это на него похоже. Он спец по нейролингвистическому программированию. А здесь и лингвистика не нужна. Зачем говорить, если можно прямиком забраться в голову? Он меня почти сломал. Но я заглянул в себя поглубже. И там кое-кто нашелся. Этот кое-кто подсказал мне, что делать. И я готов бросить вызов Теодору. Да, я вижу, что ты готов. Откуда ты... Ах да. Ты я же штатный психолог. Эсмеральда была бы жива, если бы не стала меня спасать. Не вини себя. Мы говорили, пока я пыталась ее спасти. Она рассказала о плане. Она хотела добиться цели. Она сама так решила. Понимала весь риск и делала то, что считала должным. Сказала, что в долгу перед тобой. В долгу? За что? Мы только познакомились. Эсмеральда. Это она забрала Лили и сожгла ваш дом. С тех пор ее мучило чувство вины, потому она и присоединилась к Мире. Потому и рисковала ради тебя жизнью. Что? Прости ее, Себастьян. У нее тогда не было выбора. И она пыталась искупить вину. Она пожертвовала жизнью ради спасения моей дочери. Еще как пыталась. Она сделала все, что могла. Я это сказал еще, блин, еще в те времена, как только в ту серию еще, когда мы только с ней встретились. Я не помню, когда это было, но там документик лежал в ее укрытии. Она сказала, там было написано, что чувство вины терзает. Ну вот, получите, распишитесь. Я говорил, я верил. Не, я просто говорил. Я просто предугадал, что так и будет, наверное. А так и получилось. Мое предсказание очень сильно-сильно исполнилось. Я сказал, что-то она и есть та самая нянька. Что-то это она есть та самая погибшая нянька, которая погибла якобы при пожаре. Я догадался по тому документику. Я все тогда догадался. Так, а почему? Так, не все работает. А?
Как можно... Хочу как можно скорее опробовать его. Так, какая-то у нас цель. Отель, да? Отель у нас находится вот здесь. Так, бери автомат и пошли. И там уже серию закончим уже. Пройдите через останки Юниона и доберитесь до отеля в деловом квартале. А для какой цели, не напомнишь? Что-то я подзабыл. Что конкретно вы там хотите сделать? Да давай быстрее грузись уже. 61, 62, 63, 64. Девяносто Так, молодцы. Ну чё, пошли? Или серию закончим? Нет, всё, на этом давайте закончим уже. Всё же. Ну, спасибо за просмотр. С вами был Виктор. Всем пока.